Последний путь выдающегося ученого пришли проводить общественные деятели, преподаватели, представители власти и близкие. Что ему судьба не преподнесла. Оскар Кокеев родился в 1935 году. Он прошел путь от помощника фотографа-ретушера, студенческие годы до звания академика Национальной академии наук. Его вклад в историческую науку, в частности, независимый взгляд на историю Кыргызстана, политологию и образование трудно переоценить. Академик Оскар Кокеев, кыргызский народ, кыргызская наука понесли большую потерю. От своего имени, от имени своей семьи приношу свои искренние соболезнования близким Оскара Чукутаевича. Ученый, преподаватель, государственный деятель. Благодаря своим качествам академик Кокеев преуспел на каждом из этих поприщ. Он известен в академических кругах своими исследованиями по кыргызской философии. Особое внимание Оскар Кокеев уделял истории Кыргызстана. Оскар Чукутаевич, вы навсегда останетесь в памяти кыргызского народа. Пусть земля вам будет пухом. Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров. Вклад Оскара Кокеева в науку и сферу образования, его труды и достижения высоко оценены научной общественностью и государством. За что бы он ни брался, всегда четко и грамотно доводил дело до конца, отмечают его коллеги, специалисты и ученые. Смерть Оскара Чукутаевича – это тяжелая потеря для системы образования и науки. Он стал учителем и наставником для тысячи студентов. Его жизненный путь – это пример для нас. Невозможно не отметить его вклад в просвещение в нашей стране. После приобретения независимости он возглавил Министерство образования. В те годы стоял у истоков реформы в системе образования. Благодаря ему были построены школы и университеты. Университеты в регионах получили доступ к образованию сотни тысяч молодых людей. Кыргызская научная общественность сегодня понесла невосполнимую утрату. Он был одним из первых аспирантов Академии наук. С тех пор он не терял связь с Академией. Именно он изучал влияние произведений великих кыргызских просветителей и акынов, таких же как Жэнгежок, Молдогылыч, Нурмолдо, Арстанбек и других, на кыргызскую философскую науку. Благодаря ему произведения этих людей стали известны широкой общественности. Академик Кокеев с 1992 по 1993 годы служил государственным секретарем, с 1993 по 1998 годы возглавлял Министерство образования, науки и культуры. С 2000 по 2005 год проработал ректором Кыргызского национального университета, руководил кафедрой философии КРСУ. Он является автором более 100 научных работ. От имени наших родственников хочу поблагодарить всех присутствующих, государственные службы и ведомства. Все вы знаете, и много было сказано о деятельности и его работе. Он посвятил всю жизнь науке и просвещению. Прощай, брат, пусть земля тебе будет пухом. Выдающийся ученый и государственный деятель ушел из жизни 25 апреля на 86-м году жизни. Оскара Кокеева похоронили на кладбище Ала-Арча. Нурбек Иманов, Бекжан Токтосунов, Алатот, 24.